Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами идем в русский магазин в Будапеште. Вот он. Давайте посмотрим, какие продукты здесь продаются. Конечно, сладости, печенье, сушки, шоколад, сгущенное молоко, замороженные полуфабрикаты, пельмени, вареники, а также многое-многое другое, но об этом в следующий раз. Сейчас давайте посмотрим, что я купила. Пельмени. Написано новосибирские, но на самом деле сделаны в Германии. Зефир в шоколаде. Давно хотела именно такой. Шоколад бабаевский, тульский пряник, сгущенное молоко. Сделано, кстати, в Голландии. И вот такой шоколадный батончик. Два шоколадных батончика. И это все стоило примерно 20 евро, 2000 рублей.